Всем привет! Сегодня будет довольно-таки интересное видео, а именно заруба между двумя дальнобойщиками. Между мной и моим человечком с Фомы, Ричардом. Мы с ним, получается, поспорили, кто больше накатает денег за час, тот получит некую сумму денег. А какая именно, узнаете чуть позже. Если вам такой ролик понравится, то обязательно поставьте лайк и можете еще подписаться на канал. Если будет хороший актив, то в будущем запишу что-нибудь подобное. Ну а при старте игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, ребятки, вот Ричард, получается, мой противник, с которым мы сегодня будем соревноваться. Кто больше заработает за час, тот получит 10 миллионов. Получается, я ставлю 10 миллионов, и Ричард также ставит 10 миллионов рублей. То есть, кто больше накатает, тот забирает 20 ляпчиков. Я считаю то, что мотивация такая неплохая. То есть, 20-очку так заработать. Всем привет. Короче, Ричард, это ебанутый дальнобойщик, в принципе, как и я. У него скилл. Какой у тебя скилл вообще? Я не помню просто. 113 или 114? А ну кинь скиллы мне. Сейчас посмотрим его скилл. Ну, короче, у нас скиллы по факту равные. Потому что, ну, максимальный рейс, который можно брать, это 110. У него 114. У меня 117. У него получается газон 3 чип нитро. И у меня получается 3 чип нитро. То есть условия будут равные. Сейчас я ложу денежку, он ложит денежку. Мы засекаем час и начинаем как бы работать. Что, погнали тогда? Ты едешь в Юшку, я еду в Лыткарино. Ну, чтоб честно было, если мы будем в одной точке стоять, это будет по-дебильному, поэтому... Сейчас мы разделяемся. Бля, если бы светофоры еще не работали, вообще было прекрасно. Не, ну мы можем на красный ездить, то есть, ну... Ты можешь просто штраф оплачивать и все. Для этого видос хотел еще месяц назад записать. Начинать? Тогда засекаю время. 6.57. 7.57 мы должны закончить. Если таки V2 взял. Да там потому что за 40 тысяч слишком мало. Мне, во-первых, интересно, сколько мы за час заработаем. Да, кстати, я всегда хотел засечь и засекать. Я все говорю, там 700-800 тысяч, а на самом деле, ебать, хуй его знает. Но сейчас как раз утро, если мы днем катали, была пизда. Сейчас утро, людей мало, рейсы есть. Да. Там охуево будет, когда у меня целка упадет, это все. За 20 минут не будем говорить, кто сколько накатал, чтобы интрига была. Ой, такие рейсы уебанские. Что, ты хоть один штраф словил? Я, да, два. Я уже 4. Рейсы полное говно, я тебе расскажу. Если не больше. Тут склад Юшка, смотри, появился 98-й на складе. Сука, мразь, ёбаный. О, смотри, Субарис взял какой склад, с какой рейс. Надо было, знаешь, что сделать эти? Арендовать Вольво, на них, короче, работать. Нет, на такое я подписываться не буду. Что, давай с этого момента мы не будем говорить, кто сколько у кого. Жалко, этот убрали, ферму. Там тоже вообще классные рейсы всегда были. Блядь, ну они могли бы что-то другое добавить хотя бы. Да. Бля, я уже чувствую, как я десятку отдаю нахуй. Ой, в лытке ничего нету. Иди нахуй, блядь. Ну что ж, ребятки, вот и прошел час, получается. Но я уже чувствую, что я проиграл, потому что... Ну, мне не везло по рейсам. Не знаю почему, ну, как бы ты не угадаешь. Либо у тебя будут рейсы, либо не будут. Но я думаю, то, что Ричард выиграл. Смотрим время, как бы. Мы вовремя все закончили.
758, у меня получается 806 155 рублей. У меня получается 892 916. Да, 892 916 рублей Ричард заработал за час. Ну, минус 3889. Ну, блядь, неплохо, кстати. То есть, ну, от 700 до 900 тысяч вы можете накатать за час, ну, на сотом, да, скилле. Да. Ну, да, не обязательно даже 110, на сотом скилле можно реально катать. Ну что ж, как я и сказал, самая печальная часть — это прощание с деньгами. И, ну, зато честно, ну, это зато интересно, это не ваши рулетки там и казино. Честным трудом, блядь, выебал я в жопу. Не, ну, сколько получается разница? 100 тысяч. Ну да, сотка разница. Ну и то, плюс мне там не хватило рейса буквально 10 секунд привести, у меня было бы разница в 160, потому что у меня рейс был 55 тысяч и плюс спрос. Короче, ребята, вердикт такой, то что я проебал 10 лямов, но зато это было интересно, была мотивация. И если вам такой ролик зайдет, мы что-то еще придумаем, допустим, там короткие рейсы, либо что-то придумаем с такси, либо с другой работы. Короче, все зависит от вашей активности. Все, что ты хочешь сказать напоследок? Да ничего, ты выебан в жопу, в принципе. Бать, поддержка, нахуй, пиздец. Все, я больше его в ролик не беру, нахуй.